Всем привет! Сегодня будем приготовить тарада фаршированная. Поехали! С помощью ножа вот режем вот так спинку с двух сторон. Вот так. С помощью ножниц убрали спинку, вот так порезали. Сейчас будем кишки вытащить все. Вот, ребят, порезал, почистил все. Порезал, теперь приготовим начинку. Для этого нам понадобится черный такой креветки, помидорчик и базилик. Сначала будем чистить креветки. Все, почистили креветки, все. Теперь будем надрезать мелко-мелко. Вот так. Вот все. Порежем помидорчик. Порезали, режем базилик. Базилик тоже порезали. Это все добавляем вот в такую маленькую кастрюлю. Сейчас будем посолить, поперчить. Посолим, поперчим и добавляем оливковое масло. Все хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешали. Теперь будем начинять рыбу. Берем рыбу, будем начинять. Вот так с помощью ложки начиняем рыбу аккуратно, чтобы они стояли. Ну все, вот начинял рыбу. Теперь будем отрывать тухом. Аккуратно берем, отправляем в духовочку, 200 градусов на 25 минут. Ну все, вот, ребята, готово, сейчас будем вытаскивать. Вот, все готово.